Привет всем, с вами доктор. И сегодня у нас Мега Задрот ТВ. Все знают этого игрока. 2 месяца назад Александр сказал, что он покидает проект, записал последнее видео. В общем, этот канал делал классные видосы, у него двойной уровень был. И сделан он был на основании донатного персонажа. Он был, так скажем, грозой своих уровней, и как раз про него тоже была такая же фраза: если вы видите его против себя, то ждите, будут проблемы. Но Александр бросил канал, то есть написал последнее видео, все, уходит, даже я. Набрал 2000 просмотров, то есть у него очень много поклонников. Но это не мешает ему до сих пор подписываться и смотреть другие каналы, то есть... Молодец, Саш, я, конечно, все понимаю, но хотя бы иногда заглядывай в Music Wars, чтобы хотя бы поиграться. Все равно, какой бы ты ни был, мы по тебе скучаем. А сейчас я скажу, куда он ушел и почему все это прошло. В общем, за 2 месяца Александр дописывает книгу. Книга называется «Мир моих сновидений». И, соответственно, рассказывает здесь все о том, ну, в общем, это чисто фантастическая вещь, но она 18+, ребят. По отзывам, которые есть, соответственно, и по книге можно судить. Здесь что-то скрыто, а что-то можно начало прочитать. Если книга понравится, то можно спокойно ее приобрести. Но, Александр, тебя, можно сказать, и поздравляю с почином, с написанием книги. Не забываем, книга 18+. Если вы до сих пор не учитесь в университете, и вам нет 18 лет, до сих пор вы не рабочий человек, то эта книга не для вас. Но хотя вы можете попросить купить ее у мамы, и тогда можно немножко схитрить. В общем, книга, судя по оглавлению и по небольшим рассказам, создана со всеми орфографическими, в общем, она сохранила тот формат, в котором началась и, в общем, в котором она записывалась. Так что, если кому-то понравится или зайдет, конечно же, ребят, сначала прочитайте само оглавление и несколько вообще самих историй. Потому что действительно в книге, ну, то есть присутствует немножко нестандартное изложение текста. Я сам очень плохо читаю, если честно, но я ее дал жене, она посмотрела, сказала, да, оригинальная форма написания. То есть это именно оригинальная форма написания. Ну, еще раз, Саш, я тебя поздравляю с почином. Книга «Мир моих сновидений», ребят, ссылочку я, конечно, оставлю внизу, если есть поклонники, то есть пройдите хотя бы, ребят, на оглавление, просто почитайте, вот по самому поймете сразу же. Александр ушел из Музвара, чтобы дописать эту книгу, и вот 2 месяца кропотливой работы и написаны рассказики, в общем, там фантастика, мистики. Ладно, все, я рассказывать не буду. Я специально вам оставлю ссылочку внизу, чтобы вы могли сами этим насладиться. Всем любителям книг советую пройти. Ну, а Мегазадроту, конечно же, большой респект. Я тебя еще раз поздравляю. И хотя бы иногда все-таки заходи в Музвар. Мы по тебе все-таки скучаем. Ты же все-таки наш Фред. Какой бы ты ни был, но ты наш Фред. Ребят, всем счастливо. Ссылочка на книгу в описании. Пожалуйста, хотя бы пройдите, посмотрите оглавление. Все-таки человек старался. Не просто старался, а написал. Прям никто не может, допустим, из нас похвастаться написанием таких шедевров. Я вообще очень далеко от таких вещей, если честно. И меня просят, доктор, может, ты напишешь? Нет, нет, все, ребят, я могу писать только биографию или видеобиографию, что у меня очень хорошо получается, но написание книг все-таки не мое. Ну, а по оглавлению, ребят, ну, изложение прям, ну, на высший балл. Ну, хотя бы по тем рассказам, которые есть, потому что там еще половина скрыта. Ладно, всем счастливо, с вами был доктор.